решение совета стало для меня ударом. Но план Мельника подарил мне надежду. И вот вновь я отправлялся наверх, в город, искать секретный командный пункт. Эй, бандиты Гастерина, всем привет, здравствуйте, салам алейкум. Мы продолжаем играть в метро 2033. Поверхность. Да, чё там у нас по квестам? Встретиться с Мельником после здания библиотеки. Ага. Признаться, я когда искал всякую информацию по метро в свое время в интернете, на самом деле это было на основе того, что я хотел найти картиночку, то я слышал о библиотекарях. Привет, зараза. Умирай. Умирай, ну... Тебе что, сложно, что ли? Так. Патронов у нас пока в достатке. Меня это радует. Вон, PNV там у нас высветилось. А куда нам идти, я пока плохо представляю. Неужели... Ну, давайте мы пойдем, куда глаза глядят. Нам что? Нам не сложно. Итак. Я... Не совсем знаю, когда у нас должно закончиться метро. Уже по времени. Но, по идее, мы близимся к этому. Эй, не пугай меня так. И... Ну ладно, неважно. Мы близимся к тому, чтобы закончить игру. И я уже, похоже, потерял все возможности дойти до светлой концовочки. Потому что убивал всех направо и налево. Невидимая стена. Ну, окей. Окей. Ну, в принципе, и ладно. Не очень-то и хотелось. Ваши светлые, добрые концовочки. Не гордый. Пошел отсюда. Тварь. Тварюга заразная. Хотя, они, кстати, заразные они или нет? Это хороший вопрос. А! А! Больно? Больно. Патрончики. Ножики, которые не поднимаются, гранаты. Надо их использовать. Ой-ой-ой-ой-ой. Бяка, бяка, бяка. Так. Ага. Понял. Не дурак. Итак. Честно, даже не знаю, что сказать. Путешествие... Воу! По Москве достаточно увлекательное событие, учитывая, что здесь я умираю очень часто. Слишком часто, я бы даже сказал. Стоять, стоять! Патрончики, патрончики! Патрончики мои родные. Забрать вас надо. А вот теперь сохраниться было бы неплохо. Оп, 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 оп! Есть. Значит, как думаете, здесь нужно отойти назад или пробежать вперед? Я, пожалуй, за то, чтобы отойти назад. Величественное здание, которое рушится прямо на глазах. Вот. Как по скрипту. Ха-ха. Да. Эй. Ты это... Не приближайся. Я ведь нервный. Еще и на курок нажать могу. Здание библиотеки. Я так понимаю, что библиотек здесь в Москве немного. Раз мы идем в конкретную какую-то. Что-нибудь интересное для меня будет? Нет? Жаль. Жаль. Опа. Человеки. Кто ты? Ты кто? Ты свой? Окей. Да, вот он я. Помнишь, что надо делать? Нет. Нам нужно попасть в военные архивы, а не где-то под главным залом. Ладно, хватит морозить себе пушки. Пойдем внутрь. Дай нам, ничего не будет с этого. Ну пошли, коли не шутишь. Ну, открывай. Ой. Я забыл, что нельзя прицеливаться с этого оружия. За мной, ребята. Я не могу двигаться. Пустите. Я бы пошел, если бы мне дали.
Окей, библиотека. Это как раз то здание, которое рушится. Библиотека была поразительным местом. Я словно оказался в замке из книжек с картинками. И как в тех сказках, сокровища стерегли страшные чудовища. Единственный нормальный библиотекарь, а? Ну, я первый? Парни. Данила, стой на трёме. Мы с Артёмом пойдём проверим зал. Окей. Я-то думал, что его можно облутать, он уже облутанный. Как думаешь, что здесь лучше всего зайдет из оружия, а? Как тебе там, мельник? Открывай. Так, вроде все тихо. Да какая разница, открывай. Демоны! Забегай внутрь. Двери? Там, кажется, его уже съели. Жалко, парни. А нет. Если дверь наверху заперта, открой ее как-нибудь. Окей. Сколько вы можете выделить мне? 5 минут сможете? Зачем это они охотятся? Как ты думаешь? Да за жратвой. За нами той. Вот это, очевидно, правильный ответ. А вот это, кажется, те существа, которые библиотекари. Ладно, хорошо. Я пока посмотрю, что здесь есть интересного. А вы там наслаждаетесь веселым обществом. Давай. Слушай. Ну! Шли вон, зараза. Вон! Вон! Сворачивайтесь! Сворачивайтесь! Стрёмные заразы! Погладили меня, понимаешь ли, по головушке. И не смей разворачиваться. Кому сказал? Вот это силища. Вы там как, держите? Давай. Я очень надеюсь, что держитесь, потому что... А, это летучие мыши? А я-то думаю, что за звук? Черт, жаль вас, парни. Бери. Жаль. Хотя нет, не очень. Сворачивайтесь, да? Чтобы не разворачивались больше. Ребята, давайте потише. У меня тут как раз развлечение. Интересное. Давай. Все, заканчивай. Вроде бы здесь я со всеми закончу. Так. Что у нас здесь? Оп. Тихо. Тихо. Ты кто, товарищ? Ты кто? А? Я хочу тебя увидеть. Вот напугает же меня, вот честное слово. Напугает же. Я ничего не смогу с этим поделать. Открывай! Открывай, говорю! Ну ты что вы мне прикажете делать, а? Ладно. Сейчас все узнаем. Ну мне сюда, как бы. Это что, баг такой? Или как? Я не понимаю. Окей. Текс. Тек. 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 Артём. Артём. Матли там. Эй. Не получается. Эй. Маслицем. Эй. Ну давайте серьезно, парни. О, отлично. И они бы нас в клочья разорвали. А ты хорошо поработал, Артём. Да, я тут полутался в свое удовольствие. Замени, пожалуйста, мне фильтр, Артемушка. Не лутай, не лутай, это мой. Жаль. Уже полутал, зараза. Что же здесь за существо так кричало? Что такое? Патроны! Да, спасибо. Спасибо. Или о чем ты? Привет, тварюга. Ты вообще нормально себя чухаешь?
Это ты кому? Это ты кому вообще сейчас сказал, а? Никто не отделался, а? Да я его видел. В противогазе ты об этом не узнаешь. Действительно. Так, о чем это мы? Запасной выход. Ну. Что там? Что-нибудь интересное? Артём, твои кабинеты слева. Возможно, сумеешь открыть двери с другой стороны. Это ты о чём? Так, так. Нейроны и синапсы. Синапсы, чувак! Мозговая. Ух ты! Айбэ Стругацкий, пикник на обочине. Да ты что? Да ты что? Почитай, это как раз вот о том, что здесь происходит. Я тебе отвечаю. Ты дверь открыть не можешь? Оно так открывается. Блин, не так. Я-то ожидал. Ладно. Ладно. Если у нас... Да что тут половицы скрипят, а? Что? Опа! Вот это прикольно было. Я не ожидал. Тваришки тут всякие ползают. Главное, чтобы не набросился. Я за тобой слежу, давай. Только попробуй на меня налететь. Так, 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 оп. Эп, маслицем смазались. Протиснулись. Ништяк. Куда эта тварь уползла? Да. О, а ты сюда как забрался, друже? Жаль. Искренне жаль. Но дружу сюда вообще непонятно, каким образом смог забраться. Ладно. Еще один. Ага, ага. Ну, у меня вроде бы интереснее штука. Но я не сильно уверен. У него приклад есть. Но приклад, в принципе, я и сам могу вытащить-то. В конце-то концов. Да что вы от меня хотите? Ребята! Давай сюда. Окей. Чего дальше? Окей. 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 И чё? Ну, стою я здесь. Продвинуться сюда. Я не понимаю. Абсолютно не понимаю. Значит, какие будут идеи? Мне не нравится, как подсвечены вот эти книги. Все серые, а они такие светлые, яркие. Или они из какой-нибудь особой бумаги сделаны. Пока я не вижу никаких вариантов, как это можно открыть. Вот там высветились. Еще одна полочка такая яркая. Еще одна, да. Ага. Даже так. Чувак. Пау. Пау. Пошли, ребята, я поведу вас в бой. Там кого-то запоры мучают. Поможем? Кия! Блин, не сработало. Давайте, вы вперед тогда. Да это закончится когда-нибудь или нет? Вот так вот надо. Вы и то могли так же открыть, ребята. Вот откуда ты вот оттуда? Ты о чем? Да. Наверное, раньше это выглядело великолепно. Согласен. Пошли лутаться. Библиотекарь. Библиотекарь? А абонемент ему на посещение не нужно предъявлять? Я пока никого не вижу, поэтому давайте... Ай. Чёртовы твари. Чёртовы твари, умри, зараза! Ей пофиг. Они... Бедный Данила. Извини, чувак, я ничего не мог сделать. Либо у меня недостаточно убойное оружие, либо она была скриптованная. Он все еще жив. Артём, я должен отнести его в полис. Прости, но карту тебе придется искать самому. Ну блин. Вот, схема помещений. Вход военной архивы. Где? Находится где-то на первом этаже. Туда ведет дверь, в которую убежал библиотекарь.
Мало времени остается. Скоро закат. Найди архив. Я вернусь, как только смогу. Ладно. Спасай пацана. Йоп! Ну, на Артём. Артём, давай. Даже я бы тут забрался. Вообще в легкую. Артём, ну что ты творишь? Ладно, пошли. Библиотекарь вбежал в дверь. Он в ту, я так полагаю. Нет, подождите, он в ту. Кого там красным подсветило? Я что-то видел. Я честно что-то видел. Ага! Ха-ха-ха! Обмануть меня вздумал, а? Я еще туда сбегаю. Там потрошки. Потрошки. И невидимая стена. Как вам такое? Как меня раздражает невидимый. Оно свернулось. Как меня раздражают невидимые стены. Вот честно. Вот ты как бы... Молодец, что выкрутился и смог найти способ пробраться туда, где это не было запланировано заранее. Тебя за это должны наградить, а не наказывать. Почему же тебя наказывают? Это же нечестно. Это несправедливо. Шаги. Кто посмел? Ну и вот. Как-то так. Снова эти висящие штуки. Может, не тратить на них патроны вот эти? Может, им так хватит? Да, похоже на то, что хватит. А, понятно. Книгохранилище. Без проблем, без вопросов. Мы наедине с ужасом. И мне предстояло взглянуть ему прямо в глаза. В прямом смысле этого слова. Ты хочешь сказать, что ужас это какое-то существо? Да? Кого там запоры мучают, ребята? У вас там все как? В порядке? Слабительного там не принести, а? Эй, ты библиотекарь? С тобой поболтать-то можно? Чувак, не подходи. Не подходи. Чувак! Я сказал, не подходи! Я нервный! Я ведь и выстрелить могу! Зараза! Я же тебе со всем почтением! Эх! Чёртовы твари! Отвернулся на секунду. И все, пиши пропало. Патроны все истратил вообще в одно раз. Что за шаги? Кто посмел? Неужели я тут не один? А мне сказали, что один. А, у него типа противогаз получше? Ну, отлично. Коля, так. Я что, против, что ли, чтобы его забрать? Значит, библиотекарь. Бэм! Что, переступить через нее не можешь? Еще один! Еще один, чтоб тебя! Бежим! Нет! Нет! Бежим обратно. Оп, 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 оп. Нет, зараза, стоять! Фух. Ну и последний. Да сколько вас тут? Ребята, сколько вас? Из тех слабит, да? Не пугайте меня. Как будто полтергейст завелся. Кидайте в меня всякими обломками. Как сюда забрело столько сталкеров? Я не понимаю. Эти сталкеры, наверное, какие-то супермены. Раз они смогли это сделать, провернуть. С пистолетом одним. А? Вообще. Отбитые люди. Я не представляю, как можно с пистолетом добраться сюда. Эй, дорогой, тебе там помощь не нужна? Так где ты там, на улице что ли бродишь? Не понимаю. Я явно слышу тебя здесь. Или ты храпишь? Тоже вариант. Уснул на посту. Ну, сойдет.
Нет! Тварюга! Лежать, тварюга! Опа! Вот это прыжок! Оказалось такой неповоротливый. Ёперный театр! Лежать! Лежать, зараза! А! Нет! Умирай же ты наконец! Нет, 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 нет! Аптечечка! Аптечечка! Черт! 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 Ты меня побрал! Умирай! 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 Дробовик был в бойне! Убегает. А-а-а-а! Сколько же сейчас садить на надо? Нет! Ух! Все патроны истратил на гадину. Я не, она тут не одна. Ну за что мне это? Где еще патронов брать? С пистолета попробую что ли пострелять. Но это вообще не вариант, если честно. Дробовик. Ну, хочешь что-то приятное? Так. Давайте быстрее, 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 Артём. Закрывай дверь. Дверь закрывай. Что там? О! Это... Упс. Ау. Ау. Артём, ну стрелять-то надо. В этой ситуации. Ничего себе. Вот это скримерок был. Всем скримеркам скримерок. Неприятная штукенция. Уходи. По большому счету, я бы не хотел с вами иметь дела. Если бы получилось, я бы обошел вас всех стороной. Давай. Тихо. Тихо. И сказал, не иди сюда. Если бы получилось, я бы всех вас обошел стороной. Как тебя погрызло-то? Вот, например, вот эта дверь. Она завалена. Великолепно. Так. Так. Ты там как, хорошо себя ощущаешь? Линейные коридоры. С библиотекарями. Я понимаю, что я просрочил сдачу книг. Ну, не надо меня так жестоко наказывать. Ладно, давайте я это сделаю. Все буду делать уже в следующей серии. Спасибо за просмотр. Хорошего настроения. Удачи и пока.